И теперь кадры, которые мы получили с Валаам. Оттуда сегодня прибыл Владимир Путин. Президент побывал на божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Там сегодня чтут память основателей Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа. Службу провел патриарх Кирилл. По ее окончании глава государства причастился вместе с другими прихожанами, затем присоединился к торжественной трапезе. Он поблагодарил представителей православной церкви и других традиционных конфессий за то, что они делают для укрепления духовных основ страны, и коснулся еще одной важной темы. Сегодня, конечно, праздник, и мы должны радоваться этому празднику, и мы радуемся. Но мы никогда не должны забывать про тех, чьими трудами возрождается и укрепляется Россия. Не должны забывать про тех, кто работает, кто воюет и отдает жизни свои и на работе, и на ратном поприще. Вы знаете, что есть... К сожалению, у нас потери в Сирии. Погибли два наших летчика, которые отдали жизнь за то, чтобы все мы чувствовали себя уверенно, двигались вперед, для того, чтобы безопасность нашего Отечества укреплялась. Я прошу, Ваше Святейшество, вас, всех духовных лидеров и людей, которые близки к людям через веру, и через православие, и через другие наши конфессии, никогда об этих людях не забывать и молиться о них.